они освещены? Или просто? Так, теперь давай лезь. Оп. Какие три? Вот эти? Ага, вот такие вот, какие на вас хватит. Вот эти три. Золотая серединка. Хорошо, что фотоаппарат мои слова не снимает. Сегодня, в этот прекрасный солнечный день, мы бы хотели поздравить вас с великим праздником для нас всех, днем святых благоверных князей Петра и Февронии. Вот уже 10 лет православная церковь вместе с властями отмечает этот день, назвав его днем семьи, любви и верности. Семьи не бывает без любви. Любви не бывает без верности. И без верности не бывает любви. Все зиждется вокруг любви. Господь, пришедший к нам на землю, сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Если вы будете любить друг друга, вы исполните закон мой. Об этом говорит Господь. На примере жития благоверных князей Петра и Февронии мы с вами убеждаемся в той любви бесконечной, безграничной, самопожертвовании, которую показали они. Всю свою жизнь они прожили в гармонии, в любви, в понимании. Всю жизнь они показывали пример жизни семейной, настоящей. И даже несмотря на то, что святого благоверного князя Петра бояре хотели выгнать и выгнали вместе с супругой, он остался верен ей, он не бросил ее. Вот эта жертвенность должна быть и в нашей жизни, дорогие мои. Пусть по словам Господа нашего мы должны любить друг друга, и в этом мы обретем с вами настоящую, неподдельную, неподложную жизнь во Христе. С праздником вас, дорогие братья и сестры! И сегодня, сейчас мы с вами отслужим молебен и помолимся о приумножении любви. Пусть Господь дарует вам целые, здоровые, настоящие, любящие семьи, крепкие, и чтобы по благословению Божьему, по благословению святых благоверных князей Петра и Февронии в вашей жизни было все прекрасно. С праздником вас! И умножим воду по вергелу Господня. Благословися нам, благословенному Богу. И на всех княжений, слава временно помышляя, всех бараки, благочестно в мире, пожилы системе, умри, супружница, твои премудрые героиню, милости и дорогие Богу владише, всем же и последние разлучного гроби лежащие, исцеление невидимо подавайте, и ныне призумайтесь. И усподобится нам слышание святая Евангелия Господа Бога молим. И мудрость проси, услышим святая Евангелия. Господи, слава тебе! Он мне, кричи Господь, ныне прославися Сын Человеческий, и Бога прославися в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его. Слава!
слава Тебе, Господи, слава Тебе. Церковь благочестище святе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Первую и большую заповедь дали, Боже, любите Тебе Бога и Творца нашего, от всей души, от всей мысли и крепости нашей, и вторую подобную ей, Боже, любите и ненавидящим нас благотворите, и о спасении их искренне тщайтесь, молитесь, благости источниче, и человеколюбие пучина, скоро услыши, и я как благосерд помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй за нас, Христа. Для поздравления нас постоянно приглашают. Дайте нуждающимся! Подавайся.
Яблоками пирожки, вот с капустой. Вам сок есть на кусок? Что вам налить? Не хотите ничего? За пожертвование. Сколько можете? Здесь с капустой, там с яблоками. Сейчас я еще принесу. За пожертвование. Да, у вас сами. Вы читали эту информацию? Девочки, молодые, вот сюда вы. Девочки, пирожок с капустой. С капустой. А это что, сок у вас? Напиток, чай.